Привет, с вами Precious, и в этом видео я расскажу, как получить скрытое достижение «Какой пароль?». От этого телепорта бегите вниз по карте к механизму возле огромных ворот. Взаимодействуя с ним, вы узнаете, что вам нужен какой-то пароль. К счастью, рядом будет ходить болтливая наемница с желтой меткой над головой. Следуя за ней, вы будете слышать ее размышления и через некоторое время узнаете правильный пароль. Возле маршрута девушки будут и другие пустынники, и чтобы они вам не мешали, вы можете заранее их уничтожить. Вернувшись к механизму и выбрав вариант, состоящий из трех слов, вы откроете ворота, за которыми вас ждет множество наград. Также за это действие вы получите скрытое достижение. Я уверен, что с исследованием этой области вы справитесь и без меня, и поэтому буду прощаться. Всем спасибо за просмотр и хорошего настроения!